Новости. Добротно, качественно и красиво. Такие мысли возникают, когда впервые видишь этот автомобиль. Китайское происхождение Cherry Kima выдает лишь шильдик. В остальном удивляешься, как далеко зашли поднебесные инженеры. Качественная сборка, плотная подгонка элементов кузова и салона и десяток мелких нюансов заставляют удивляться рывку китайского автопрома. За неординарную внешность можно сказать спасибо ателье Бертоне. Им удалось невозможное – сделать облик запоминающимся и не менее стильным, чем у одноклассников, родом из Европы. Под капотом у Кима мотор китайско-австрийского производства объемом 1,3 литра. Он хорошо себя зарекомендовал на всей линейке Cherry своей неприхотливостью и низким расходом топлива. Последнее – первостепенно для городских малолитражек. Не менее важно оснащение. И здесь у Кима все по высшему разряду. Комплектация включает в себя гидроусилитель руля, две фронтальные подушки безопасности, полный электропакет, магнитолу CD MP3 с выходом на USB, датчики парковки, легкосплавные диски. На крыше имеются рейлинги для перевозки каких-либо крупногабаритных грузов. Кондиционер, естественно, есть в комплектации. И стоимость составляет всего 279 тысяч рублей. Соотношение цены и качества у Кима, пожалуй, одно из лучших среди китайских автомобилей. Да и других конкурентных преимуществ полно. Дизайн, маневренность, экономичность. Причем экономить на Cherry Kima можно уже с момента покупки. Любой телевизионный сюжет – это всего лишь заметки по поводу. Ничто не заменит полноценного личного тест-драйва Кима, на который можно записаться в салоне «Автобан Березовский».